черный экран. Внезапно Михаил Маркин. Маркин борется 1-0. Спасибо режиссерам, что успели. Да, вот здесь Маркин в одиночку потолкался с двумя соперниками. Во-первых, с Гаджиевым, во-вторых, еще одним игроком. Найгушев оторвозит Капанадзе, прошу прощения, Капанадзе обрезается. Высокий навес, Айсину не добраться, 2-0. Михаил Гений. Итак, вот такой выверенный навес, мне показалось, что сейчас... Выбьет защитник. Это был Ланагаев. Контратака идет у ленинградца. Дмитриев получает передачу, навешивает восьмой номер. 3-0 должна быть. Да! Издалека ничего не понятно. Но не Андрюша Яковлев. На месте центральный защитник Даниил Гаджиев. Ну-ка, Маркин. Эльгенио снова разразился голом. Четвертый. Даниил Гаджиев хорошо мяч выносит. Потом Гарелишвили молодец. Не стал жадничать, потому что все требуют гола не от Гарелишвили, а от вот этого человека. Да еще и левой ногой. Я же говорю, почти уже всем забивал Маркин. Маркина, но удар поворотом. И не только Маркину забивать. Роба! Воробьев 5-0. Ленинграде. Сегодня забивают только опытные мастера. Маркин и Роман Воробьев. Итак, подачка. Ну и головой мяч убивает. Шестой номер. Опа, шестой. Прекрасно. Прям подачливо фланга. Выносит мяч. Шестой номер. Андрей Рогачев. Такая... Может быть, неприятное, но голевой пас есть от Рогачева. Ну, предголевой, точнее. Ну, а Родина М. Посмотрим сейчас, что там и как. Удар поворотом, сбита, удар еще, 7-0. Но прыгни ты хотя бы, дорогой, для приличия. Нельзя же так бросать играть в футбол, бочинский дубль. Во втором тайме это уже изменение. Так, ну все, нельзя, конечно, арбитру добавлять Данилу Каширину нисколько в этом матче. Надо пожалеть парней из Родины.